Всем приветики, закупочка была в магазине Бедренка на 159 злотых 87 грош. Поехали. Вот такую сумку взяли бедренковскую, потому что нести негде было. Взяли вот такой вот хлебушек. Вафли шоколадные. Три шоколадки. Яйца 20 штук. Йогурт и сырочки. Филешка селедки килограмм. Сыр порезанный 300 грамм. Ветчина 250 грамм. Сливки 12%. Уда с курчака тут кило 587. Еще одна уда с курчака здесь кило 555. Мясо, шинка здесь. Сколько тут? Кило 296. И еще одно мясо, шинка. Это вот эта задняя часть. Кило 364. Масло сливочное. У нас уже продают молодую картошку. Молодая картошка. По 3 злотых. Крупненькая, хорошенькая, молодая. А с того чека нема. Еще заходили, не знаю, какой-то тоже магазин. Взяли вот такую помидорную мивину. Так, чтобы по-быстрому поесть. И растительное масло взяли, такой подсолнечник. Это заходили в Златуку, взяли для окон, для мытья. Взяла две устилки еще. Да, точильный камень, клей, ножичек маленький и лейчик для душа взяли новый. Это у нас там старый или забился, или что с ним, непонятно. Ну, такая вот у нас закупочка.